Друзья, всем привет! Сегодня я гружу лестницу на отправку. Итак, дорогие друзья, для начала я лестницу упаковываю. Вот так вот она упаковывается. Вот, все, сначала я ее заматываю в стретч-пленку, такая она в рулонах. Обматываю все ступени, балясины, косоуры. А затем уже обматываю вот такой коробкой. Коробка и скотчем прикручиваю, чтобы она не разлетелась, не развалилась. Вот так вот. Заматываю хорошенечко, потому что она отправляется в транспортной компании, и неизвестно, как она там транспортируется. То есть она куда-то доезжает, потом ее перегружают, потом опять доезжает, перегружают. Вот, чтобы она более-менее в целости сохранности приехала, я вот так вот ее упаковываю все хорошенечко в коробку. Вот так вот все скотчем перематываю, все углы хорошенечко заматываю. Да, на данный момент я упаковываю так, это ступени поворотные, забежные. Сейчас вот прямые там ступеньки. Да, прямые ступеньки упаковываю. Вот так же все коробочкой, видите, все загибаю, все хорошенечко. Лишнее отрезаю. Так, ага, вот, загибаю все. И скотчем приматываю. Упаковка получается хорошая, надежная. Вот так вот здесь еще. Да, и при отправке еще и ее упаковывают, ну не упаковывают, а делают ей защитную обрешетку. Ну, чтобы она не где-то не развалилась или еще что-то. То есть она в обрешетке едет. То есть вот так вот в коробках она. И еще плюс обрешетка деревянная. Все нормально. Вот видите, видите, как я не жалею этого скотча. То есть мотаю. Наматываю там хорошенечко. Вот так вот. Вот сейчас еще ступеньки прямые. Ну, все полностью я не буду выкладывать, как я упаковываю ее. Уже, наверное, все поняли. То есть я ее обматываю вот так коробочками. Вот, где-то не хватает, я подкладываю вот так. Вот, и заматываю. Также все подгибаю и скотчем обматываю. Все, вот так. Вот, все так же. Вот тут подставляю. Ну, где просто коробка, когда не длинная коробка, ее не хватает. Я вот так вот вырезаю кусочки, вставляю туда. Вот, подставляю. Ага. Сейчас подставлю, загну все краешки и замотаю скотчем опять. Скотч опять не пожалею, намотаю хорошенечко его. Вот сейчас так намотаю, потом по углам намотаю. Ну, сейчас вот увидите сами, как я намотаю. Там вот так вот. Туда, обратно, сюда, обратно. Вот так вот. Все краешки, видите, я обматываю хорошенечко, чтобы он не раскрылся, ничего не выкатилось, нигде не вывалилось. Так, с этой стороны тоже так же отрезаю. Вставишь, вот такой туда вставляю вовнутрь, как можно поплотнее. Вот так все загибаю, подгибаю. Вот так. И тоже скотчем обматываю все. Предварительно она у меня замотана в пленку, в стретч-пленку. И крепеж, заглушечки я тоже заматываю вовнутрь. Я как-то один раз отправил... Я гружу лестницу на отправку. Гружу лестницу деревянную. На отправку в другой регион. Вот так вот, вот гружу, видите, в прицеп. А сейчас пойду принесу еще запчасти на лестницу. Вот это у меня косоурчики. Так, это у меня поворотный косоур. Да, маленький, два маленьких и поворотный косоур. Так вот их. Кладу туда аккуратненько. Вот. Здесь у меня тоже косоуры. Вот тут они длинные косоуры получаются. Первые вроде бы. А они или вторые, наверное, да. Вторые верхние после поворотных ступеней. Такие вот все упаковано, как видите, хорошо. Все, закрываю. Вот такая вот она. Упакована, видите. Сейчас отправляемся в транспортную компанию. Будем выгружать, взвешивать. И там что-то упакуют. Там мне посоветовали, в общем, цена доставки была слишком высокая, мне посоветовали их раскидать на две части и двумя частями как бы отправить. Так дешевле получается. Сейчас я закрываю тент,
и едем. Сейчас уже будем уже скоро в транспортной компании. Приехал в транспортную, в общем, компанию. Вот такая вот. Сейчас позову. Сейчас пойдем разгружать. Сейчас рохлю возьмет, наверное, с поддоном. Ну и все, сейчас мы будем разгружать. Сейчас я открою все. Так, все открою, открываю. И будем разгружать на рохлю с поддоном. То есть поддон лежит на рохле, и мы на поддон будем вкладывать сейчас лестницу. Вот так. Сначала с длинных, сразу с длинных начнем, потому что удобнее сначала длинные положить, а потом пока коротыши всякие накидать сверху. То есть горочки такой, как бы ее сложить. Ну, сейчас увидите, какая она будет получится. Горочка у нас этой лестницы, такая небольшая. Единственное, конечно, вот эти вот длинные части постоянно, из-за них проблематично отправлять. То есть поручень и косоуры. Ну и столбы, столб центральный, вот из-за них. Если бы все было бы маленькое, компактненькое, как ступеньки вот такие вот, то вообще бы замечательно было. Ну вот сейчас увидите, мы ее качаем. Вот она, лестница вот упакована. Поехали, значит, мы ее сейчас взвешиваем. Придержать, наверное. Чика. Влезет? А? Ну вот мы и внутри. Вот сейчас мы ее в данный момент взвешиваем. Вот так. Складываем сначала ступенечки, видите? Так, ну и так, длинная часть будет. Они у нас отдельно, вот эти части остались. Вот так вот, взвешено. Вот видите, на две части разделили их. Все, и так и отправится.